Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с того, что заметить факт того происшествия, о котором вы пишете, факт вашего поступка, он уже свершившийся. То есть вы уже поступили определенным образом, вы приняли решение, вы посчитали, что информация, которую вы можете предоставить девушке, она ей полезна, она ей могла бы помочь. И наверное, с вашей точки зрения, вот с той точки зрения, что вы не знали эту девушку, что вы не видели ее никогда, не общались с ней, а не знали, какие отношения у нее и у молодого человека. С этой точки зрения вы правы. То есть вы поступили правильно. Вы хотели как лучше. Но, понимаете, в чем дело? Вот вы не знали о своем молодом человеке каких-то вещей. Ну, например, вы не знали того, если он встречается и с вами, и еще другой девушкой. И вы также думали, также считали, также полагали, что мужчина морочит голову другой девушке, как и вам. И вы упустили из поля своего внимания тот факт, что другая девушка вполне знала о том, что молодой человек встречался и с вами тоже. Либо он ей это сказал, либо она чувствовала это интуитивно, но она могла знать. И именно этот факт, факт того, что девушка могла знать о том, что молодой человек встречался в доме и с ней с вами, вы упустили. И реакция девушки на то, что вы сказали, она совершенно нормальная. Совершенно нормальная, потому что девушка считает, что вы какой-то недоброжелатель, который хочет испортить отношения ее с молодым человеком. Ведь он для вас один, для нее он другой. И то, как он поступил с вами, не значит, что он также поступит с ней. Конечно, он может это сделать, но вы этого не знаете. Вы не можете знать того, какие планы у молодого человека на эту девушку. И вы знаете, вот я вам скажу, как бы вот отвечая на ваш вопрос, я вам скажу так. Можно очень долго говорить о том, правильно ли вы поступили или нет, хотя вы уже поступили. Я вам скажу так. Если вы, когда анонимно написали девушке обо всем том, о чем вы сказали, если вы, когда это сделали, вы хотели обезопасить именно ее, и это была ваша основная мысль, это была ваша основная цель — обезопасить ее, предупредить ее, то вы поступили верно. Но если вы сделали это для того, чтобы насолить молодому человеку, если вы сделали это от обиды, если вы хотели своим действием разрушить отношения молодого человека и сделать так, чтобы он остался один, то есть вы действовали исходя из своих интересов, то здесь вы поступили неправильно. Потому что вы думали не о девушке, вы думали о себе.
и вы руководствовались своей обидой. В этом случае вы поступили неверно. Но реакция девушки и то, что вы сказали ей, совершенно естественным образом отобразились в реальном мире. Вы сказали ей какие-то вещи, девушка, да, отреагировала агрессивно, но она не могла по-другому реагировать, потому что, ну, наверное, подозревала это все самое. И даже если она не поверила вам, она все равно, вот вы просто постарайтесь в это поверить, она все равно получила подтверждение своим подозрением. Ну, будь она в нем уверена, не стала бы она так агрессивно проявлять свои эмоции, потому что уверенность, счастье, гармония, баланс исключают агрессию. А раз агрессия есть, значит, вы попали, ну, если не в десятку, то хотя бы очень близко к этому. И агрессия является следствием того, что вы правы. Следствием того, что девушка сама понимает тот факт, что вы, возможно, сказали вещь, ну, правдивую. И она не могла с вами согласиться из гордости. Потому что, ну, представьте себе, что вот вы встречаетесь с молодым человеком, а вам какая-то незнакомая женщина звонит и говорит: вот, ты знаешь, твой молодой человек, он встречался со мной тоже, и он использовал нас обоих, ну, вряд ли вы поверите этому человеку, если вы доверяете своему мужчине, конечно. Ага. И, наверное, вы очень агрессивно, очень негативно отреагируете на такую вот реплику в свой адрес. Но сомнения у вас будут. И если для этих сомнений есть основания, то рано или поздно все всплывет. И тогда уже пусть они сами решают. То есть, понимаете, ответ на ваш вопрос, правильно ли вы поступили, зависит от градации того, какую цель вы хотели достигнуть. Если цель была альтруистичная — предупредить девушку, то поступили вы правильно. И агрессия — это показатель того, что вы правильно все сказали. Если вы хотели насолить молодому человеку, то поступили вы неправильно, и тогда в таком случае вы думали просто о себе, и в этом случае говорить ничего не надо было, потому что, ну, по сути, то, что вы сделали, вам молодого человека ведь не вернет, не вернет. А вы пытались ему отомстить, но мстили-то вы не ему, а себе. Потому что, когда человек мстит, он мстит другому, в данном случае, за предательство. А предательство, оно, как оказалось, в вашем случае, только у вас в сознании, потому что вы-то думали, что молодой человек один, а он оказывается другой. И получается, что тот молодой человек, которому вы мстите, он только есть у вас в сознании. Это реальный человек вами не дорожит. Вот получается, что вы, пытаясь отомстить образу молодого человека, который есть у вас в сознании, ну, испортили настроение совершенно невинному человеку, девушке. И, наверное, испортили отношения молодому человеку, настоящему, реальному, который, к сожалению, отличается от того, кем вы его себе представляли, и получается, что вы ничего не достигли таким образом. Вот то, что можно сказать по вашему вопросу. Вопрос в большей степени, скорее всего, больше моральный. То есть это вопрос морали. Это не вопрос психологической проблемы, это вопрос именно морали. И если говорить о морали, то, надеюсь, я ответил на ваш вопрос правильно. А вот почему у вас обида? Почему эта обида настолько сильная, что вы пошли на такое?
Почему вы не заметили раньше, что мужчина ведет двойную жизнь? Может быть, вы не хотели это мешать? Может быть, вам было удобнее думать, что молодой человек с вами? Вы знаете, мне с трудом верится, что интуиция вам ничего не говорила относительно того, как ведет себя молодой человек. Но, тем не менее, это все уже пустые рассуждения и, простые слова. По факту, на ваш вопрос я надеюсь ответил. На этом все. Буду рад, если помог вам. Если вопросы какие-то остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.